Привет, я Жека Сенин, и это топ-5 скидочек недели теперь по понедельникам. Просто потому, что мы можем себе это позволить. На самом деле, просто перенесли на понедельники, так что начнем. Внимание, мы никогда не знаем, сколько действуют скидочки, и вы, к сожалению, можете не успеть. Мы не виноваты. Игруха недели и двух дней. За игруху недели в этот раз соревновались целых 3 игры, среди них Люм и Топ Байк, но мое сердце поразил огромный брутальный мужик лесоруб. Стоп, как-то это двояко прозвучало. Забавное время-убивалка. Джек Ламбер поведает нам об истории сурового дядьки, который мстит деревьям за убийство бабули и рубит их. Ну и где вы теперь, защитники природы? Естественно, помогаете ему в этом вы, проводя пальцем по бревнам, чтобы они превращались в дрова. Но рубить нужно не только яростно, еще и аккуратно, чтобы не разрубить друзей животных, которые подлетают вместе с бревнами. Что? В общем, играть весело. Скачать можно бесплатно, а стоит она до этого 299 рублей. Вроде как полезно. Знаете, вот бывает, иногда найдешь такую прикольную картиночку, она некачественная. Или хочешь найти человека в соцсетях по фотографии. И раньше нормального способа сделать это с телефона не было. А теперь можно, ведь приложение Reverse позволяет искать изображение в Гугле, а с Pro-версией еще и в Бинге и Яндексе. К сожалению, по скидке только обычная версия, но и в ней немало возможностей. Например, можно подредактировать картинку встроенными средствами и открыть результаты поиска в Safari или Chrome. Или закинуть картинку в программу сразу из браузера. Все это бесплатно, а было за 149 рублей. Век живи, век учись. А кто сказал, что учеба — это только изучение чего-то нового? Это, например, еще и дисциплина, можно тратить меньше денег на ненужные вещи. Приложение Well Spent помогает это сделать, показывая статистику ваших расходов. При этом оно очень простое и в то же время функциональное. Скачали мы его бесплатно, а стоило оно до этого 149 рублей. До сих пор не бесплатно. В игре Agent A вам предстоит сыграть роль, как вы понимаете, агента А. Логическая игра проведет вас в убежище вражеской шпионки Руби Ля Руж, которую нужно захватить или нейтрализовать. Головоломки, ретро-гаджеты, загадки и шпионская атмосфера тайн и лжи, приправленная красивой графикой и реально крутым саундтреком. Но, конечно же, вам решать, стоит ли отдавать за это 75 рублей, а не 229. Прозевано. Я хотел было поставить сюда очень занимательную игру Dwelp, однако есть крутое приложение, которое настраивает и эквализирует музыку под частоты и другие характеристики ваших наушников. Ребята, создавшие приложение Studio Player, детально изучили амплитудно-частотные характеристики аудио кучи устройств и создали индивидуальные настройки для более 80 самых популярных моделей наушников и других аудиоустройств. К тому же здесь есть все для тонкой настройки звучания. 48-полосный эквалайзер, детальная настройка низов, верхов и средних частот, запоминание устройств и еще много всего. Естественно, такой труд стоит недешево, поэтому если вы проморгали бесплатное скачивание, то сейчас Studio Music Player можно купить лишь за 3790 рублей. А могли бы и успеть. Всего-то надо что установить в приложении скидочки, ссылка на него в описании, а вот здесь видео, как это сделать. Кстати, ссылки на все сегодняшние приложения тоже в описании. И еще, по итогам скидочек, только за эти 5 приложений за неделю мы сэкономили 4541 рубль, бэм! Так что не пропускайте скидочки, подписывайтесь на канал и ставьте лайки, чтобы у нас была мотивация делать для вас много классных видосов. До встречи!